мне Львов на Барто в театре. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете. Я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре. Как я этого ждала? Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене. Я на сцену не гляжу. Обыскала все колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в 9-й ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок везде искала и, наконец, нашла его. Но тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребятам я сказала.